И вот волшебство к вечеру добралось до центра города. Здесь же, на площади Азатлык, собрались тысячи челнинцев. Прибыли также мэр Василий Шахразиев и почетный гость города Дед Мороз из Великого Устюга. Туда же мы направили нашего корреспондента Александра Елисеева. И вот его рассказ с места событий. Яблоку негде упасть. Именно так можно охарактеризовать происходящее у стен мэрии. Тут нет места скуки и грусти. В преддверии Нового года здесь, на площади Азатлык, звучат только добрые слова и пожелания на год грядущий. Вот лошадки, будет нормально, я думаю. Хороший. Нам очень нравится, очень красиво все. Даже лучше, чем в прошлом году. Вот дети решили, что срочно надо посмотреть на елку. Вот. Не пошел в школу на родительское собрание, вот повел их вот на елку. Настроение отличное, пришли на открытие елки. Ждем Деда Мороза. Веселье, радость всем, танцевать хочется. Нормально, ребята, отличное настроение. Безусловно, сегодня главный герой вечера – это гость из Великого Устюга. А главный объект внимания – городская елка. Как и в прошлом году, в этот раз право зажечь елку на площади Азатлык предоставили именно ему. Свою руку к этому волшебству, по традиции, приложил и мэр. Все готовы? Включаем! Раз, два, три! Елочка! Веселье лишь начинается, ведь сегодня только первый день череды новогодних гуляний на главной площади города. Как в целом прошло открытие, чем оно закончится и что особо запомнится челнинцам в этот раз? На эти вопросы ответит мой коллега Александр Пьянков, который в эти минуты также работает у главной городской елки, чтобы к завтрашнему выпуску подготовить подробный репортаж о празднике. С площади Азатлык, Александр Елисеев, Ильнар Мустафин, РЕН-ТВ, Набережные Челны.